Короче, у нас тут это легкий казус. Трамвай мою машину сбил, взорвал. Ну, бывает. Ребята, вот такой вот я так, опасный. Я стою на токоприемнике трамвая. Прям вот на самом токоприемнике я на него залез. Вот такой вот я опасный. Да, ребят, дома не пытайтесь это повторить. Потому что в реале вас просто убьет к чертям. Ой! Так, ну в принципе как, я уже около тебя. Как мне спуститься к тебе? И всем привет, дорогие друзья, с вами Тепловозыч и Дима с канала Avarius Video TV. Вот он за рулем. И мы играем в GTA 5. Всем привет. Очень редко я играю в GTA 5. Так что... Чё я вообще несу? Куда едем? Я думаю вообще поехать в этот... Как называется? На карьер. Зачем? За белазами. А, хорошая идея. Это нормально. Где я? Где? Чё? У меня несколько этажей? А почему я не знал, что в моем доме несколько этажей? Нет, ладно, а где выход? Вот сейчас я в натуре заблудился, сейчас реально где выход? А? Где выход? А у тебя дом-то открыт? В смысле? Ну, как бы я там могу зайти? А, не знаю. Блин, да где выход, ёшкин карась? Я заблудился в своем доме, ребят, я реально заблудился в своем доме. Сейчас, если я подъеду, может, я тебя вытащу. Во! Все, я нашел. А у меня лестница у самого входа была, и я ее никогда не замечал. Зашибись. Я тебе, короче, навстречу еду. Давай сейчас мою тачку продадим. А то мне гараж надо освобождать. У нас одинаковые. Но. Ты дико лагаешь. Кто? Вот, это заскриним. А, блин, ладно, не успел. Да что ты делаешь? Зачем ты меня из машины-то выкидываешь? Да стой! Ты мне куда поехал? Что ты вышел. Ты куда поехал? На моей тачке. Я никуда не поехал. Чё за дерьмо? Чё за дерьмо? Верни мою тачку! Я просто начал... Чел, тут та тачка, на которой ты приехал, это та же самая тачка, и она, короче, нашлась. Ладно, сейчас ее продам. Ты у меня тачку гнал, я у тебя тачку гнал. Все честно. Сука! В данный момент никакие транспортные средства не требуются! Блин, меня прикалывают вот эти платформы ихние для контейнеров. Ага. Они, кстати, еще так два контейнера друг на друга ставят. Знал? Нет, не знал. Я тебе потом скину фотку. Это классно выглядит. Хорошо. Ой, мне кажется, я рановато повернул. Да наоборот, поздновато повернул, потому что в этот, в уголочек. Вот это автомобиль. Как раз мой стиль. Сзади? Да. Да ладно, ладно, погнали. Ну ладно. А, надо метку-то поставить. Куда? В этот, в аэропорт. Три км ехать. Да.
Там поезд, короче, прошел, у него локомотив, 4 вагона и потом платформа. Я платформу не увидел, подумал, что такой-то короткий поезд. Ну, а кто знает, может, у них в Лос-Антосе такие ходят. А у них разные ходят. Ну, у них маневровые бывают, ходят совсем такие коротенькие. А так у них через пустыню Мухави из Лос-Анджелеса там длинные поезда ходят. Там, а где вообще полоса вот в нашу сторону? Там что-то со всех сторон везде навстречу, а этой полосы... Да, чел, я на автобусе поеду. Выпусти меня, я на автобусе. Нет, ты никуда не поедешь. Ну что ты делаешь? О, поезд, 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 поезд. Я его остановлю. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Нет. Вы что? Красавчик, остановил! Там мой автобус, там мой автобус. Иди в шопу, входящий вызов. Так, нет, Колян, мой автобус взорвался. Колян, у меня проблема, у меня кровь из носа пошла. Мой автобус взорвался. Нет. Колян, я сейчас отойду. Ага. Нет. Он уже не будет жить. Ай-яй-яй-яй! Короче, я взял новый автобус. Сейчас покатаемся немножко. Короче, Дима тут временно отошел. Так, и куда? Куда бы поехать? Короче, вот, ребят, все, мы теперь в метро работать будем, во. Мы теперь будем пассажиров развозить, будем помогать трамваям. Короче, это автобусная компания, она решила помочь трамваю Лос-Сантоса, решила ему посодействовать, помочь в перевозках. Автобусная компания, вот. Так что мы теперь по трамвайной линии, тоже на трамвайной линии наши автобусы работают, вот. Потому что трамваи сами не справляются со своими пассажирами. И, короче, вот, автобусная компания наша решила трамваям помочь. Конечно, сложновато. Это очень сложно для наших водителей. Но мы всегда готовы помочь своим товарищам. Вот. Какая-то остановка, как она называется? Короче, остановка, давайте садитесь. А чё все побежали-то? Чё все испугались? Чё все так боятся? Просто автобусная компания решила помочь трамваю. Чё все разбегаются-то сразу? Ну, короче, не все... Некоторые пассажиры очень странно отреагировали на такое решение автобусной компании помочь трамваям в перевозках. Тьфу, от первого лица даже так и сразу и не поймешь, что мы автобусом управляем. Ой. Только от первого лица и хрен сориентируешься. Потому что автобус, он не трамвай. Тут поворачивать самому надо. Это тоже усложняет задачу. Но, тем не менее, опять же, мы всегда готовы помочь нашим друзьям. Нашему трамваю Лос-Сантоса. Мы всегда рады ему помочь. Экстремальная поездка на автобусе по туннелям метро, ребят. Но новая, просто новая автобусная экскурсия по туннелям метро. Для экстремалов, для оригиналов как раз специально. Вот. Автобусная экскурсия по метро, ребят. Гениально. Реально так, знаете, такое? Бизнес устроить прямо, реально. Серьезно, неплохая идея. Вон, смотрите, как интересно. Туннель, стены, какая-то оранжевая фигня. Мы навстречку выехали. О, здесь туннели раздваиваются.
Реально, ребят, экскурсию надо устраивать по метрополитену. Автобусную. Гениально. Остановка, кто хочет, может выйти. О, ребят, смотрите, автобусная экскурсия по метро Лос-Сантоса. Что может быть интереснее вообще? Собственно, в туннеле даже поворачивать не обязательно. Ой. В туннеле даже поворачивать не обязательно, потому что вот эти стены туннеля, они нас направляют в нужную сторону. Ну, конечно, мы немножко царапаем наш автобус, но... За ремонт платит трамвай Лос-Сантоса, так что... Так что можно хоть вообще, вон, как предыдущий мой автобус... Эй! Че, у меня машина пропадать стала? А, вот, нормально. Да. А че у меня? А, да. В общем, это очень гениальное решение, пускать... автобусные экскурсии по линиям метрополитена. Вот. Очень много людей это привлекает, как местных жителей, так и туристов. Туристов особенно. Вот. Что-то такой звук был, ощущение было, что мы просто что-то за собой потащили. Да, собственно, о чем я говорил, можно даже не поворачивать, стены туннеля нас сами направляют. Вот, то есть, по сути, можно не рулить. Ну, хорошо, не всегда можно не рулить. Ну, ребят, ну у нас все-таки не поезд, а автобус. Это просто, это акция специальная, просто автобусная компания решила помочь трамваю в Лос-Сантосе, вот и все. Ай. Что-то пассажиры наши не очень довольны, по всей видимости. Не волнуйтесь, уважаемые пассажиры, все под контролем. У нас очень опытный водитель. Что-то никто к нам не садится, не хочет. Как-то странно народ реагирует на то, что автобус едет по трамвайной линии. Как-то странно они на это реагируют. Ну чё вы орёте? Ну автобус по трамвайным путям едет. Ну чё в этом такого особенного-то? Чё они все разбегаются? Чё вы автобусов на трамвайных путях не видели? Ну ёлки-моталки. Опять мы, ребята, в туннель спускаемся. Ой, не спускаемся. Что за звук? О, поезд! Это тот поезд, который сбил мой второй предыдущий автобус! Сюда иди, цуко! Сюда иди! Куда ты поехал? Сюда иди! А ну иди сюда, давай поговорим! Давай мирно, спокойно поговорим! Да стой, давай поговорим! Стой! Зассал. А кстати, а вот почему здесь поезда по встречке едут? Да, машинисту вообще насрать, спокойненько себе дальше поехал, даже скорость не снизил. О, пожарка. Давайте, давайте, пацаны, давайте, вы там тушите, давайте. Хорошо, а как это я? Как водой пуляться? А как водой-то пуляться? А как пуляться водой, Как водой пуляться? Ой. Я думаю, надо убегать. Не, серьезно, ребята, а как пуляться водой на пожарке на это? Как? Почему она водой-то не пуляется? Или у нее нет воды? Или нет, как это нет? А как она не водой-то пуляться? У нее, походу, нет воды. Ну как они так на пожар приехали без воды? Короче, походу, нет у нее воды. Давайте сейчас водой заправимся.
Вот, заправляемся в ад... Ёлки, она всплывает. А, нет, все. Ладно, пускай она водой заправляется. Что, прокатиться, что ли? Класс! На этом мы с вами прощаемся. С вами был Колян и Дима. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Ай.